четверг в Самарской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Станет чуть теплее в дневное время 16-21 с плюсом, ночью 10-12 выше 0. В Сызрани малооблачно, днем плюс 21 градус, ночью плюс 11. Ветер северо-западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, плюс 19 градусов. Дневное время, ночью 12 выше 0. Северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь. Дневная температура 20 градусов тепла, ночью плюс 11. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.